Подробиці жорстокого вбивства у Дніпрі ми розкажемо вже у вівторок у наступному випуску новин 9 каналу. А ми рухаємось далі. На проспекті Гагаріна маршрутний автобус збив ветерана війни на Донбасі. Чоловік переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. В цей час маршрутка проїхала на червоне світло, не збавила швидкості та збила пішохода. Перелом ключиці, забій грудної клітини і травма коліна. З таким набором травм потерпілого доправили до міської лікарні номер 16. У стаціонарі демобілізованому атовцю зробили імплантацію металевої пластини у ключицю. На тепер стан чоловіка задовільний, кажуть медики. Поліція веде слідство. Опасность этого перелома в том, что вот вы видите, лежит свободно лежащий отломок, вот он лежит в проекции сосудисто-нервного пучка. И любая дополнительная травма могла бы, в принципе, повредить этот сосуд, если бы, значит, не синтезировали эту ключицу, что было бы для больного практически непоправимо. Там проходит очень крупный сосуд, вот, и спасти такого больного не представляется возможным. Самое такое вот обидное, я всегда перехожу дорогу на зеленый свет принципиально, ну, потому что это уважение к окружающим. То есть я не мешаю машинам, не мешаю никому. И в АТО я, в принципе, с 25-й бригады прошел с первой волны, это была Амбросевка, и Зеленополе, и Шахтерск, и Дебальцево, Сурмугила, Нижняя Крынка. Там, в принципе, шансов, ну, было столько, что мне, наверное, на кладбище прогулы ставили. И мне везло, я вернулся без ранений в целом. У нас вроде погибло 13 человек, а целыми вернулось всего 22. Вот, а здесь я просто, переходя дорогу на зеленый свет, получил травму.